Здравствуйте, уважаемые подписчики. Это наше поле, и вы видите эту красоту. Это одуванчик. В этом ролике, как вы уже догадались, речь пойдет о одуванчике, и я расскажу о том, какую пользу он приносит нашему организму, и мы совместно покажем, как мы его заготавливаем. Получается что-то по типу варенья из одуванчика, либо эта субстанция напоминает какой-то такой медовый продукт. С чего хочу начать? Одуванчик полезен для костей. Кальций является одним из самых востребованных минералов в организме. А большая такая вот та же горсть одуванчика, она способна восполнить около 10% вашей ежедневной нормы. Поэтому задумайтесь, стоит ли принимать какие-либо добавки, экстракты, там, биологически активные, когда вот вы можете балансировать свой рацион питания и получать весь необходимый кальций для вашей опорно-двигательной системы. Кальций, он нужен не только для костей, но и для зубов, также для правильной работы той же нервной системы, поэтому здесь речь не будет идти только о костной системе. Ну и также способствует нормализации, получается, процессов того же кариеса, и те же дисбалансы влияют на судороги, поэтому вот это польза вот такого простого растения. Также вот этот цветочек, так же как и корень и лепестки, содержит огромное количество того же витамина К. Является жирорастворимым витамином, который играет важную роль в костном и сердечном здоровье. И вот листья одуванчика, они содержат более 500% того же вашего ежедневного, получается, дефицита или ежедневной суточной такой необходимости. Витамин К, он является основным витамином, который участвует в минерализации костной ткани. Также зависит от этого свертываемость. Есть ряд научных исследований, которые опубликованы в журнале Journal of Nutrition, где действительно есть доказательная база о том, что этот витамин играет очень важную роль, и содержится он, получается, вот в этих простых цветочках, которых огромное количество и на полях, и в ваших загородных владениях, поэтому доступности этого всего, я думаю, что нет ни у кого никаких проблем. Одуванчик также очищает печень, что очень важно, особенно когда очень много всякой вот этой химии вы потребляете, те же лекарства и прочие вредные вещества, поэтому это происходит дезинтоксикация. Содержит огромное количество витамина С, то, что способствует регенерации тканей и помогает восстановлению нервных клеток и оздоровлению. Помогает в борьбе с диабетом. Именно сок одуванчика, он такой горьковатый, но есть методы приготовления, заготовки даже такого горького, получается, сока для настоев и прочих. Защищает кожу от заболеваний. Вот это вот молочно-белое вещество, если наносить на кожу, в целом обладает таким оздоровительным эффектом, очень часто используется в косметологии, обладает бактерицидным эффектом, обладает восстанавливающим эффектом, поэтому лечат те же всякие, получается, инфекционные и другие заболевания кожи. Богат одуванчик также антиоксидантами, вещества, которые нам очень помогают с тканями, предотвращая их гибель, и это вещества, которые борются с теми же свободными радикалами в организме. Это все тоже огромная польза нашему организму, и в том числе нашей нервной системе.
содержит много клетчатки, потому что это та же зелень, это вот растительное волокно. У нас как-то вот традиция не особо развита и не сильно. В основном всяких деревушках, селениях активно используют дары природы и вот этих природных целителей. Города же в основном это такие фастфудовые потребители всей химии, всяких, получается, кормовых антибиотиков, гормональных. Также огромное количество витамина А. Ну, только одна, получается, чашка того же настоя или чая из одуванчика, более 100% дневной нормы витамина А. Вы только задумайтесь. А витамин А, в свою очередь, играет очень главную роль в поддержании здоровья зрения, кожи, нервной системы. Один из очень таких вот часто используемых и нужных витаминов в организме, без которого функционировать организм нормально не может. Также, что очень важно, есть огромная проблема с инфекциями мочеполовой системы. Так вот, как раз одуванчик будет таким лидером в том же лечении, поэтому тоже очень активно используется в сочетании с другими травами. Естественный натуральный препарат, который имеет меньше побочки. Да, не заменит лекарства в тех случаях, когда это патология, но если вы будете заниматься чаще профилактикой, это, конечно же, только укрепит ваше здоровье. Также способствует похудению, что очень важно. Почему-то вот я заметил на примере своих животных, они обожают и именно выбирают одуванчик, потому что много всего полезного, обладает тем же мочегонным эффектом, чистит организм от всевозможных токсинов, шлаков, и то, что я уже говорил про печень. Поэтому огромное количество преимущества, а далее я покажу, как мы собираем, как заготавливаем. Тоже раньше этого не делали, но вот как-то со временем, с возрастом, с тем, как стали больше углубляться в природную вот эту вот целительную, целебную силу, стали активнее обращать на это все внимание для того, чтобы вести более-менее правильный, здоровый образ жизни.